Фу, так, друзья, не знаю. В этом походе так-то и не хотелось ничего снимать. Ладно, попробуем поснимать. Приехали, короче, с Василием мы. Фу, дня на 4. Короче, надо что-то где-то добавим капканы. И, короче, проверять надо. Были мы здесь 6 дней назад. Кунички бегали. Кунички там следов штук 5 видели. Ну, не, только нигде капканы. По озеру что-то, я не знаю, ну, сантиметров 10 лед, я не знаю, наверное, можно даже на танке ехать. Что-то там где-то Васька шел, что-то где-то потрескивало, ну, может быть, какой-то первый лед потрескивал. Короче, решили ехать тут вот эти 1,5 километра лесом. Короче, все пеньки, все палки вот такие, все пособрал, бедная собака, она. Обратно на как-то по этому. Так и хотелось бы по капканам на этой. Завтра будем пробовать. Сейчас что? Ну сейчас у нас тут сегодня что у нас? Бытовуха, все время уже сейчас. Часа через два начнет темнеть. Сейчас будет тут бытовуха. Короче, что надо? Трубу почистить, печку, чайник на костре, вода так туда-сюда, короче. В общем, бытовуха тут начнется. Там грибок пока снимай, сюда кидай его. Там выйти его. Я больше половину я отрубил. Выше поднимайся, еще выше. Да. Туда-сюда, туда-сюда. Пойдем. Да. Пошел туда, глубже. Все, вынимай нормально. И сейчас ее так опять кидаешь, чтобы туда упало. Немного у тебя засварено. А? Немного и засварено. Так оно все вниз упало. Сейчас будет там. Все, ты сейчас занимайся этой фигней. Что, костром? Да. Ну. А
чё ты мне? Чё? А чё я, блядь, лестницу убрал, а ты мне грибок не подал? Не надо, я пока не буду весить его. А, в этот раз не будешь, да, пока? Так я же нахер не снимаю. А, вообще снимаешь? Да. Интересно. Я тебе говорю, давай, колу доставай. Колу достать. Все тут немножко располагается, газ приготовил. Два чайника у нас здесь так на печке. Один сейчас на костре делается. Что-то достали сейчас вон сало, яичко, как обычно, побечу. Перекусим. И дальше тут что-то делать. Все, сейчас через час уже темнеть начнет. Как-то вот так вот. Как-то вот так вот. А, что, потом уже нам будет, я не знаю, сегодня что-то будем, не сегодня. Блядь, все у нас, блядь, рукавицы замерзли. Да когда они тут лежали, наверное, так нам, взял бы другую, да и все. Тут нам надо, не знаю, по идее, на, масло нам поменять. Том, что нам тут надо сделать? Аккумулятор мне надо поставить. Эти, что мы взяли вот в этот раз, вон, другую волокушу. Просто привязали, приволокли, потому что нам удобнее тут будет заниматься, когда-то, не знаю, сегодня, завтра, послезавтра. В общем, сидюшки надо будет переставить туда. И это, они, короче, они, надо будет деревяшки другие делать. Нам сами железяки нужны будут. Ну, короче, будем когда делать, я все объясню, и почему меняем, почему вообще эта волокуша. Она длинная, но она нехорошая, короче. Факт в том. Все, ладно, ветрище поднялся. Ну, обещали метров 10 порывы, так. Неплохой идет. Порыв. Не знаю, успеем в этот раз еще порыбачить, не успеем в эту поездку. Нет, так и черт с ним. Потом наловимся, нахуй. Так, в избе еще не нагрелась. В избе ноль. Че, в избе, да, в избе ноль. На улице минус 7. В избе ноль. Чайники печем. Все, сейчас чайничек заварим. Заварим сейчас заварничек. Тут немножко добавил канди, да, какой-то тут у меня есть с этим, с чабрецом. С чабрецом сделаем.
Так, друзья, завелся. Сейчас минут 10 потарахтит. Чтобы масло нагрелось. И будем сливать. Наверное, ну, засниму, наверное, как меняем. Так, так, так. Делаем в темноте, потому что что, когда светло, дела другие. Что мы передок немножко приподняли, чтобы так было наклонено. Вон там покажи, передок подняли. Бревно кинули. Да, все, сейчас будем вот этот тряпочкой так положим, чтобы мало ли потеплело, так на тряпку. Болт отключу сейчас. Болт-то покажи, а какой. Что мне надо рожковать тогда этот нюх? Получается, что ли? Подожди. Куда нахер? Что такое? Ладно. Сейчас достану лучше рожковый. Если у меня там 11 не подходит, у меня что, может там на 12? Все, может быть. Еще там на 10 должен быть ботик. Пошли. Все, может быть. Ага. То есть на 12. Так слушай. Так слушай. Тут болт я почему-то, блядь, куда мне, я забыл, куда надо. С той стороны лучше. Че, мне с той стороны зайти? Где хочешь. Так, все. Отдал? Другую надо было бутылку, ты, короче, еще вторую надо было приготовить. Че? Да че у меня этот уже полный, там все. Ты че, куда? Так а че я сделаю тут? Я ж не буду это. Дурачок, надо было вторую приготовить. Сейчас я не буду же сливать. Пускай на тряпку, нахер и тёшься. Да, тут дохуя уже, и так нифига чего. Сам виноват, я уже все вылил и все. Короче, сам виноват. Надо еще тряпку хорошую какую-нибудь принести, блядь. А, сейчас еще тряпку принесу. А все вышло. Да, все тут идет, все сюда. И что, вытирать надо его все? Да вытрем, и тряпки много. Тряпки много. Промажем тут все маслом. Ну все, что сейчас? Промерзать не будет сейчас ничего, да? Сейчас тут все вытру. Поближе, покажи поближе. Куда камера тут смотрит? Ты не сам смотри, а камеры показывай. Ну сейчас там этот, короче, все вытру, болт закручу и как заливать буду, покажу. А это я сам лоханулся, надо было не одно приготовить, а пару бутылок. Все, давайте пауза. Так, не знаю, видно будет, не видно. Масло буду лить вот. Универсальное Лукойл Люкс Синтетика. 5W40. О, блядь, хотел поменьше дырочку сделать. Потому что это...
жопу немножко приподняли, воронку вставил. Все сейчас стекает. Не знаю, тут по документам написано литр 100. Я уже вроде когда-то говорил, но почему-то влезает как раз только литр. Там, наверное, остатки все равно какие-то по системе остаются, не сливаются. Сейчас потом ставлю ее и заведу, заведется, поработает чуть, по системе пройдется и смотрю, буду смотреть по уровню. Ладно, пока пауза. Так, ну в общем, что, друзья, масло, все поработали. Масло все там разошлось, проверил. Между отметкой минимум и максимум, ну там чуть-чуть больше половинки ее. Чуть-чуть больше серединки. Что там, лед весь там поотбивали. Даже гусянка не крутилась. Лакушу эту немножко побью. Там водички-то все равно кое-где хапали. Сейчас. Не знаю, волокушами-то сегодня заниматься не будем. Просто сейчас их отобьем, поставим, да пускай стоят. Ну и что, я снимать уж не буду. Сейчас еще привез аккумулятор, еще аккумулятор поставлю. Аккумулятор еще поставлю. Как-то вот так. Что был свет. Завожу я все равно с ручным. С электростатором я не пользуюсь, чтобы аккумулятор не жрало. Потому что мое мнение такое, что аккумулятор, ну он чисто будет на свет. И при езде он не подзаряжается. Мое мнение такое. Вот так вот. Ну, сейчас все тут поковыряемся еще часик. Туда-сюда, потом ужин. Чем ужинать будем, еще не знаю. Потом, наверное, расскажу. Аккумулятор такой у меня. Так, с буксировщиком разобрались, почистили масло, поменяли, аккумулятор поставили, тентом накрыли, все, еще дровишек накололи, там елка, осина, тут береза подкидывать на ночь. Все, делаю ужин, решили, я так-то приносил их на суп, короче, вон закипели, сейчас сниму, короче, ребрышки копченые тут сейчас немножко отварим, бульончик тоже похлебаем и гречки сейчас в пакетиках заварю, 2 пакетика гречи, будет все отлично. Так, что подсолить надо чуть-чуть. Так, друзья, все, у нас утро 2-го дня. В общем, мы что, позавтракали как обычно, собачку приготовили, сейчас заведу. Погреется немножко. И стартанем на проверку. Да может где-то что добавим. Там, который у нас так называемый дальний путик. Большой. Что-то проверим, посмотрим, может что-то доставим. В планах есть. Сейчас прошелся по озеру тут. Ну где вода, где нет воды. Ну проедем немножко. Ну воды немного, сантиметров 2-3. Это ни о чем, в принципе, но все равно гусянку-то закидает. Ну, почистимся. И что, и... Ну, хоть и лед тут у берега сантиметров 10. У меня всегда, я всегда стремаюсь, переживаю, думаю, как бы что-то проехать. Уже с утра думаю, уже голова опять заболела. Ну, вот, все, поехали, короче. В общем, пол озера проехали. Больше. Не, половина, короче. Сейчас идем. Вот эта кулика всегда вот стремает.
Вон где корень. Там даже бывает зимой не замерзает. Один раз прогарено бывало. Там с болота вытекает, меньше замерзает. Вот надо там проверить, что там. Чтобы выскакивать. Хотел снять, как до сюда ехали. Вон собака стоит. Повернись, покажи. Зайка бегал. Хорошо. Зимой выловим. Если получится. Вот тут самое такое место. Плохое, да? Вроде сухо. Воды нету, но... Как она замерзла, мы не знаем. Лед такой бело-черный, как наш, нормальный должен быть. Ты докуда? Ты вчера докуда он дошел, да? Да. Вот видишь мои следы? Вроде бы как бы нормально. Здесь потрескивался, да? Да, да, вот здесь я прыгал, трещал. Он сейчас трещит. Да, как? Смотри. Чего не слышишь-то? Вон трещит. Не, плотность нормальная, так что поехали. Здесь не каждая собака вылезет, нахуй. А? Да, да. Прошлый раз, помнишь, мужик-то? Вылезали, блин. Ну, друзья, пока пауза, там что, может, что-то сниму, а может, пустые капканы снимать не будем. А так, может, по щелчку мы окажемся уже в избе. Если хорошо, да? Не хотел, друзья, снимать, нахуй, настроения нету, нахуй. Почти по этот, нахуй, и аккумулятор скрыло, и все, нахуй. Фу, вот сейчас жопу чуть-чуть выдернули. Палку он подсунул. А передок, блин, не можем. Сейчас не то, не сюда, нафиг. Все, вкопанная там стоит, сил не хватает, нахуй. Блять, рисканули, нахуй. Провалились, блядь. Провалились, блядь. Здесь самая такая колья была, блядь. Нет бы он там посередке, блядь. Или здесь, блядь. Ну здесь хожу, трещит, вон там пошел. Короче, за этими провалился, залил. Сапог левый залил. Васька, он еще типа лаги срубит. Что-то попробовать хочет. Не знаю, что, конечно. Все уже, нахуй. Все силы на исходе, блядь.
Это, ремень там весь в воде был. Даже если вытащим, не знаю, как тут выезжать-то. Эта трава-то точно провалится, ну хотя бы не так, может выскочим туда. Обратно пробовать, что ли, там, блин. Что, закурился? Ну, я понял. Что, еще одну надо? Ой, одной хватит. Давай пока одной хватит. Может, главное, мы еще приготовить эту, может, подсунуть там, мало ли эту. Вот эту мало ли подсунуть. Вот эту мало ли подсунуть куда, бля. Там же это все, это пиздец, все там в воде нахуй. Потом нахуй-то я не знаю, хуй что высохнет. Я не знаю даже, поедет она потом вообще или нет. Куда денется? Свечки не залиты, а остальное похуй. Тут сюда у нас не получится, нахуй. Нам надо куда-то, чтобы она там за эту зацепила, блядь. А там у нас за эту не цепляет, мы только... Ну что, вообще тут беспонтово нам это лага, блядь. Ну там мы сейчас только этот брызговик поломаем, а за эту там не зацепишь, нахуй. Надо, наверное, пробовать куда-то сюда. Подожди. Блядь, нет, дернуто не за чего, блядь. Тихонько. Ебана, Стося, как ты похудала. Так. Здесь-то ничего не... Упора-то нет никакого, блядь. Погоди, не трогай. Оторвется нахуй тут все, блядь. Нет, там ничего не трогай, подожди. Так, тихо. Мне за эту поднять, не поднять. О, я подсунул сейчас. Подсунул? Да, блядь. Да, блядь, ты не вытаскивай. Держи. Держи, держи. Блядь, она их вот так же. Если веду хотя бы эту еще куда-то сунуть. Полу приподнимай. Хуя. У нас она это уходит, блядь. Пока. Да, она здесь была вместе с этой, уходит, блядь.
Что делать-то, блядь? На, как-то сюда ее, блядь. Как-то сюда. Давай сейчас. Да тут упереться-то негде, нахуй. Чтоб как-то чего-то, блядь. Раз, два. Ну, нихуя. Я такой, если назад, нахуй, блядь. Назад, оно тут все сосалось. Оно, блядь, тяжело слишком назад, блядь. Если только ты будешь чуть-чуть, давай, эту приподнимать. И как бы это. И к тебе, короче, да? Да, я за эту буду чисто тянуть. Ты бери так-то. Давай. Так, сейчас будем, подожди, блядь, упор взять. Давай на счет три. Раз, два, три. Опа. Блядь, палка сходит. Блядь, палка съезжает, блядь. Давай, раз, два. Опа. Давай эту поставим. Ногу, тихо. Да можно две добавить, лага туда пригодится. Ты вот эту бы вытащил, ее сюда тоже добавить. А это туда, да. Так не, а мы же на ней. Хуй, она на ней стоит сейчас. Ну хорошо. Лагу, давай вот сюда ее бросим нахуй поперек. Мы сейчас на нее выдернем. Давай. Так не сюда ты, давай ниже тогда наискос. Да. Давай сюда больше то, блядь. Если получится, на нее выдернем, блядь. Получится. Давай, на счет три. Подожди, подожди, не торопись. Вот смысл хорошего. Раз. Два, три. Три. Опа. Раз. Раз. Два, три. Опа, опа. Сука. Уехала лага, блядь. Да-да-да. Давай я здесь приподнимаю эту, пихай тут как-нибудь, блядь, по гусянку и поднимай, нахуй. Да, вот сейчас можно опять на нее попробовать затаскивать. Та-то ушла слабоватая вообще. Или обломилась, бля. Вот. Там подсунь, палку обломалась. Этот у нас что? Это уже не держит, можешь эту сунуть. Или эту я оставлю здесь, подсунуть может. Чего-то. Или ты палку можешь. Под ноги я будешь палку? Уже, давай. Бери так. Не брать, не только вот за это место, больше тут за что еще, блядь? А больше никак? Так я, какое за место? Вот. Вот у тебя упор-то, во. Я могу вот еще взять тут, блядь. Да тут-то нахуя? Тебе вот за это надо, во. Надеюсь, что мне неудобно тут все это, блядь. У меня водку здесь, а, блядь. Раз, два, три. Опа, подожди. Раз, два. Вот сейчас бы какую-то хуйту еще сюда сунуть. Блять. О, сука. Удержишь чуть-чуть? Так хуй чуть-чуть. Чуть-чуть. Нихуя. Нихуя. Ишь нам. Она не едет, нихуя, падла. Да-да. Гусеница ебаная. Короче, надо еще рубить лагу такую же. Короче, вот, друзья, вытащили вот так сюда. Вот эта колья там, жопа, короче. Все в мыле. Хули. Я не знаю, что там было в воде, бля. Ну, ремень-то понятно, что он был в воде. Вариатора. Я его рукавицами нафиг обтер. Пока еще обсыхает, потому что не знаю. Потом, наверное, надо будет как-то обезжиривать. Пока ничего не заводил, пока еще пускай постоит. Сейчас просто решаем, как будем выдвигаться отсюда. Если в ту сторону, то по-любому нам надо как-то туда тогда пробовать по тем кустам, Вася, да? Да. На, там сейчас выйдешь туда, здесь там развернешься. Ё-моё, бля. Ну больше-то у нас места вот только здесь, а. И там еще в самом конце. В самом конце можно не ехать и, блядь, там просто дойти и сходить. Ха.
то там те ямы черт знает по которым. Вот это мелкие. Ну, там, там мелкие. Глубокое там у нас. Глубокое само перед, озеро. Перед последним капканом. И вот это, вот я здесь все стремался, блядь. Вася говорит, да поехали, хули. Ну я немножко ногами прошел, вон где мы проехали-то. А, было немножко вот посередине. И там нормально, ничего. А где пятерочку не взяли? Сейчас сюда, вон 10, хоп. Вася хотел тоже тут. Да, где, о. И по колено ушел, хотел волокушу, думал, там лед держит. Хер там. Короче, все. Короче, ладно, сейчас перекуриваем, я не знаю. Потом что-то покажу, как чего у нас. Втюхались, хорошо, что не одни, мы одни нас. Все бывает так же, втюхиваются. Все, друзья. Доехали обратно, в обратку там по делам съездили, все, проверили. Едем сейчас, где мы забурились. Посмотрел тут, короче, плохой вариант. Буду пробовать чуть-чуть здесь левее. Буду пробовать левее. Там где-то в одном месте чух. Но проскочил, друзья, проскочил. Сейчас там еще одно место есть. Будем там еще проверять. Будем по старому следу ехать или объедем. Друзья, короче, добрались, лужи похапали, гусянка заскрипела. Но мои первые-то волокуши по этой уже ехали как бы по наледи, я не знаю. Не, там уже после собаки-то уже, те-то уже по сырости ехали. А после собаки, да? Там собака немножко продавливала, да? Ну вот получается у нас тут. Да, у нас получается вот вода-то, наверное, здесь, где у нас тут воду берем. Там Вася когда-то лунку делал. Там Василий две лунки делал. Вот, наверное, вода и вышла с прошлых раз. И вот это место получается туда 100 метров и сюда, наверное, метров 150. И все, а там дальше все сухо. А тут, ну, так-то не критично, но все равно собака это хапает, ее чистить надо. Да куда? Тут-то мы даже и не задели воду-то. Сейчас-то, Вася. Это мы туда воду хапали, а сейчас вон. Все, она эта накатка замерзла. Сейчас-то мы. Ну где-то в кое-каких местах. Вон там на повороте точно воды хапанули. Там, по-моему, что побольше, наверное, воды.
Вот вот здесь водички хапанул. Это точно здесь первый лед. Вот он. Да. Проломили, который сейчас замерз с утра. Здесь мы снег накидывали, да съезд, заезд делали тут. Рыбачки положили, да. Щит старый у нас тут был. Ладно, все, что, доехали, хорошо. Сейчас уже через полтора часа темнеть начнет. Сейчас будем, короче, что, сварим супешника на сегодня, да, чтобы завтра супу поесть. Будем варить суп. Ну и тут бытовуха. Потом расскажу, наверное, что к чему. Расскажу, что к чему. Сейчас пьем кофе, греемся. И начинаем варить суп. Время, я даже могу сказать, сколько сейчас время. Могу даже сказать. 2 часа. 2 часа. Получается, да, через 1,5 часа. Минут 24 начнет уже темнеть. 4 уже темнеет. Как-то вот так. Ладно, отдыхаем, варим суп. Суп что мы будем решили? А, просто суповые пакеты 2. И баночки консервов. С хлебушком похлебаем, будет отлично. А вечером, что на ужин, скажу потом. Так что не переключаемся. Ну страшного уже, страшного и интересного уже ничего не будет. Все нам. Нам только если на собаке что. А послезавтра только выезжать на собаке. Все. Завтра нам собака не нужна. Сегодня ее надо подмандить, почистить, погладить, поблагодарить. Я думал, что-то с электрикой будет. Там это. Не, ничего, нормально. Все, фары горят. Все отлично. Все отлично. Ремень немножко там. Ну, потом обтерся. После 10-минутной езды он потом обтерся. Воды-то мы только вот здесь хапанули волокушами. Там я сейчас прошелся, мы там вообще по-старому слева, да, там даже не проваливались. Да? Оно уже прихватило? С утра как проехали, все уже прихватило. Там местами-то я видел, что это после собаки, ну, как бы брызг. А послезавтра вообще выезжать тут буду. Это можно сегодня тут еще сейчас просто ногами намять на выезд. Ну, так я там тоже так-то сделал. Ну. Здесь-то я уже не буду выезжать ничего. Здесь просто ногами по льду намять. Ну, я понял тебя. Чтобы и лед прихватило, чтобы потом по своим следам выехали, и все, и воды здесь не хапанем, и чиститься не надо будет. Да. Все, пауза. Не знаю, показывал, нет, вот ножик привозил, чтоб на кухне тут был. Все время на столе лежал. Нормально. Так нам хватит, что? Сейчас того-того кинем, будет больше полкастрюли. А, ну да, да. И все. Зато эту точить нож, эту привозил такую вон. Брусочками надоело тут под углом. Хорошо и нормально, быстренько. Чик-шерк. Отлично. Как мне это зеленый нож нравится, да? Да что, нормально кухонный нож, что? Привез сюда, да? Да, то надоело. Тот достал сюда, куда-то пошел, его берет с собой и начинается. Это все время тут лежит и лежит. Так, ладно, пойду морковку. Жарочка идет. Ну, в этот раз просто вот такой приправ для шашлыка. Сейчас накидаю, пережарю. Такой нету. Кстати, надо... Все забываем. Видео буду монтировать, надо вспомнить. Володя будет себе покупать, да чтоб не заказал. Володя, будешь смотреть, так слышишь, да?
Ну, которая это, ну, ты понял меня. Для басбаша или как она? Что там? Кто там уже варится? А, еще надо это. Я же еще поджарку подсаливаю. Подсолить надо. Бульон попробовал, вроде это самое, соли немножко, полоски надо бы добавить. Так, добавь, сейчас вон эти дам. Я поджарку еще сейчас подсолю. Не малеха. Малеха. Я пол ложечки себе, столовой. Ну, бери сразу здесь. Вон камень-то бери. О, нормально. Чуть-чуть добавлю. Газ чуть-чуть убавим. Все. Ну что, сейчас будет суп готов. Потом пообедаем, полчасика отдохнем. Я ж как обедаю, пока снимать не буду. Ну, потом бытовые делишечки, что-нибудь поснимаем. Игру того положим, а больше кастрюли, больше пол кастрюли будет. Тогда я водички пол кастрюльки всего налил. Вы их на два дня вообще за глаза. Все, вкусняшка нормальная, отличная. Так, мусор надо, да, не забыть? Да. Так, уже темень, мы занимаемся бытовыми делами. Что тут сейчас? Не, мы сначала что? Там, короче, что? Ту волокушу отбили, одну сняли и занесли, короче, сюда. Оттаивает. Все, потом этот, ту вторую снимем, эту отсюда уберем. Дыра у ней вообще все уже. Уже больше полметра, почти метр. Вон она. И потом другую сюда заносим и будем сидюшки на нее ставить, дышло. Вот это. Да, я же до этого показывал. Ну. И потом объясню, почему. Нет, не из-за того, что. Если бы она даже была новая, я бы ее ту волокушу все равно поменял. Так, ну все, сейчас мы перекурим. Чурбачок тот переставим сюда. Наперед, вперед поднимем и нормалек. Будем здесь очистить. Ну еще волокушу этот объем внизу потихонечку. Вот такие вот дела. Это не новая, но хоть нормальная, подшитая пойдет. Но она и короче, это 1,4 м. А та 1,7 м. 1,70 м там есть? Нет. 1,70 м. А, не 1,7 м, да, ты правильно сказал. Ну, почти 2 м. Без 300 сантиметров, мама. Без 300 миллиметров. О, так, друзья. Короче, ну сейчас показывать там долго ничего не буду. Там завтра может по светлу там покажу, расскажу. Короче, мы 3 часа провозюкали с волокушей. Так толком ничего не делали. Даже одну сидюшку не поставили. Вот такие вот дела. Время уже 9. Сейчас только начинаем. Я сейчас буду ужин готовить. Васька там дрова колет. Ужин. Что, макарошек чуть-чуть сварим. И купат брал. Я не буду рекламу делать. Короче,
Короче, буду купаты жарить. У нас купаты есть на сегодня на вечер пожарить и на завтра на вечер буду купаты жарить. Ну завтра мы будем с картошкой или пюрешкой, или жареная. А сегодня с макарошками. Как-то вот так, я говорю, провозились, и ё-моё нафиг. Думали быстро, нифига не быстро, там всякие нюансы такие. Ну я, наверное, завтра расскажу. И все, я по идее, что сейчас? Я, наверное, что снимать сегодня больше ничего не буду. Делаем ужин, ужинаем, мы нафиг все отдыхаем. Завтра такой тоже полноценный день будет. Ходовой, короче. Все, давайте, до завтра. Так, друзья. Фух, ну как вы уже поняли, у нас новый день. Третий. Пошли, короче, по другому путику проверять капканчики. Один капканчик, который там стоял на белочку. Непонятно, кто ходил. Короче, наживку сперли опять. И ничего не попало. Там прямо по сбежику забралась, поэтому на которой капкан стоит на перекладине. Капкан не попался. Вот такие пироги. Это у нас подходим ко второму. Ко второму. Второй капкан тут нормально висит. Висит. Крылышко болтается, капкан висит. Никто не подходил. Да, идем дальше. Пока идем, все равно у нас рябчика не свистим, ничего не свистим. Но опять нужно сегодня по-быстрому все пробежать, потом еще штуки 3-4 доставить. Потом уже придем после обеда и это самое, да, доделывать волокушин. Вот тут тоже зайка бегал. Угу. Вчера или сегодня? Вчера. Вчера. Идем еще тоже, как обычно, не совсем расцвело. Я хотел вот поговорить еще на одну тему. До меня дошла, ну, некая информация, что... Что, говорит Олег, рыбу не соли. Ну я же перед тем, как ее протухнет, обильно просолишь, чтобы она не замерзала. И мне подсказали, что были какие-то эксперименты или еще. Или еще что тут кто топтался. Ну, явно не заяц. Может тоже белка? Может, да, да, белка, белка. Белочка тут топталась. Белки много. И заяц тут рядом, бля. Заяц за белкой, что ли? Ну, в общем, то, что у нас съедается эту соленую обильную рыбу. И она умирает. Если кто знает чего-то, скажите, у кого какое мнение. У кого какое мнение. Ну, если кто меня смотрит, кто может что-то знающее написать. Подсказывайте, да? Ну, а мы что, идем дальше. Проверили только два капкана. Не переключаемся. Да, вот. Так, ладно, сейчас забьем. Так, сейчас сначала капкан подвешу. Подвешу. Подвесить его надо. И эту прикидывать как, ну, она здесь и так будет. Ну и где-то в районе таком висеть тогда придется. Бежим, сделаем, нормально будет. Что снегу навалит она. Сейчас можно так. В том, что переделываешь, что ли. Нет, давай. Что-то получше делать еще, чтобы потом нахуй нам это. Лупаться,
Немножко, может, тут вдвойне пойдет. Посмотрим. Плоховато. Одиночку сделаем. Нет, топор нужен сейчас будет. Пошло. Хватит, наверное, да? Расплющилось, войдет хоть. Хуя, заплющить надо. Чуть-чуть, а? Заплющить как-то надо. Не получилось. Может, останется, не знаю. Не, давай еще чуть-чуть. На, кверху теперь пробовать. Не, так выскочит она. Ну и так уже выскакивает. Хорош. Сейчас должно, да, быть. Короче, вот такой макаром сейчас, друзья, будем ставить. Капкашку. Так. На дерево. Так, вот это должно обязательно проходить через это колечко. Да, блядь. Да что ты нахуй? Стоят. Я же, блядь, не знаю, как тебя нахуй. Хуя замудрились тут, нихуя дела, блядь. Угу. Вот так. Сейчас натяжку у нас туда. Так вот. Ну, чтоб так немножко. Жука то что? Вот она. А, нормально будет, да, да. Да, вот я сейчас отсюда надо, блядь, как-то. Шти голову. Или раз. Бутик. Ну. Так, сейчас сюда мы голову куриную. Чук-чук-чук. Осталась она у нас. Вешать я ее буду без пакетиков, нахуй. Потому что как в пакетиках держать, что я не знаю. Там главное руки вымоем. Еще как-то ее насадить. Еще надо ее как-то опустить, чтобы тебе никто не скидывать. Почему? Вот надо отсюда и вложить ее вот так вот. Это безопасный как бы вариант. Только, блядь, безопасно. Так вот как вот ее так надеть-то бы, блядь. Это клюв. Есть там клюв, дырка там. Так не надо, чтобы как-то, чтобы еще и. Все, оно снизу эту потянет и ширк нахуй. Так, где этих-то на? Чуть-чуть тут положим. Небольшой веничек, вот так мы еще положим от снега. Так-то бы еще что-то тут надо, но мы не будем тут вымудрять. Там, да, подожди. Да, что-нибудь запихать сейчас. Да, что это? Не помню. Не, пониже надо. Там упереть надо. Большой у тебя сбежек больно, нахуй. На, маленький, нахуй. Пополам его надо. Перерубить? Пополам, да. Давайте.
Помазать нахуй не надо. Ни хуй, не буду ничего мазать нахуй. Короче, надо немножко пополам. О, все, отличный вариант. Все, да, классно. Короче, его вот так вот получилось. Ладно, пошли мы. Ты в руках у меня сейчас? Или закидывай что-нибудь? Ну, в общем, что, друзья, мы уже в избе проверили. Ничего не попало. Куничий след один видели. А, даже два. Два следа куничьих. Кое-что еще где-то доставили. Пепкашкина. Вот так вот. Ну, в этот раз что, нету у нас кунички, ладно. Сейчас где-то поднаживили по-хорошему, где-то чего-то. Надеюсь, в следующий раз будет, потому что в общей сложности, не знаю, следов 6, наверное, видели куницы. По тому, да по этому путику. Вася за водой пошел. Сразу я тут пока с вами побазарить. Сейчас что, обед у нас будет? Ой, мы даже время-то не посмотрели. Обед сейчас будет. Время час. Час вообще что-то мы быстро этот, ну он поменьше, поближе, поудобнее прошли. Сейчас обед, потом опять чуть-чуть отдохнем и все, на волокушу доделывать. Вчера вообще только вон одни только эти еще поставили, куда это делать. Сегодня будем доделывать, потому что тут вообще такие без вариантов так было. Здесь утюги он тоньше в два раза. Ну куда такую сидюшку поставишь, она по сторонам будет болтать и расшатает все. Вот хорошо придумали, эти сунули. Это от костра две штуки сюда и сюда сунули, чтоб попрочнее хоть было. Ну это сюда пока нету, наперед поставим так пока, потом пластины дома добавлю. Я не соображал об этом, что это. Так бы уже до этого раньше бы тогда приготовили. Ну а теперь скажу, чем мне тем волокуши не нравились. Они вообще, форма другая и так далее. Они даже пустые, вообще плохо ехали, даже пустые. Во-первых, смотрим, друзья. Здесь всего 4 ребра. Здесь всего 4 ребра. Здесь 5. Что это лучше? Здесь ребра, смотрите, глубина сантиметра 4. Здесь сантиметра 2. Даже полтора вместе с накладкой. Вообще, наверное, сантиметр. Глубокие они тут. Я говорю, из-за этого пустые плохо ехали. И получается, здесь они, это расстояние уже, чем это расстояние. А то расстояние, которое вот это, там получается сантиметров на 7 уже. А это расстояние от этого борта до того борта. И здесь от этого борта до того борта, наоборот, шире на 7 сантиметров. Такой конус вот. Короче, какие-то нестандартные волокуши. Но здесь трубки потолще в два раза, чем там. Здесь нормально все было, здесь никуда ничего не девалось. А там мы решили усилить. Но они короче на 30 сантиметров. Ну и ладно, вот и все, вроде
вроде рассказал. Ну все, отдыхаем, обедаем. И надо их опять доделывать. Не знаю, сколько тут опять проделаемся. Надо за сегодня доделать. Ну еще варианты тут, не знаю, Васька там когда сбегает. Сегодня вечером или завтра утром. Короче, надо. Я после обеда сбегаю. Живчиков немножко опять подловить и капканчики на норку поднаживить. То там уже какие-то немножко мышами погрызаны. А, кстати, да, и сейчас видели, норки след есть. Видимо, пугнули ее, потому что она... Она шла в нашу сторону и метров, наверное, 100 от избы развернулась, в обратку пошла по берегу. Значит, потом попадет. Да потом и куницу мы, наверное, штук 20 снимем. Точно. Размечтался такой. Ладно, перекурить. Где-то Василий ушел рыбачить. На виду будет видно его. Не видно его. Там, наверное, за поворотом. Так, друзья, время 7 вечера. Делаем ужин. Вчерашний у нас купаты. Сегодня будет у нас картошка пюре. Лук еще пережарим и в пюрешку. С волокушами только-только разъе. Вон они у нас стоят. Вот так вот. Забабахали. Да, видно, что не видно. Все. Будем кататься. Здесь тоже с этой стороны нашли тут дюралевые палочки. Или алюминиевые. Здесь одну воткнули. Ну, здесь одну воткнули. И с другой стороны там одну тоже воткнули. А то что совсем слабенькие эти. Трубы. Трубки. Трубочки, да, совсем слабенькие. Ну все, еще походит пару лет. А там будем поглядеть. Да. Все, сегодня ужинаем. Завтра. Завтра домой. Сегодня, наверное, что-то подморозит. Да. Хотя черт знает, и снег идет, и звезды видно. Непонятно. Да. Непонятно. Сейчас делаем ужин. Немножко что-то прибираемся. Включим кинишку. А, за ужином я еще включусь, кое-что хочу сказать. Сейчас все равно не видно. Потом скажу, там в избе потом. Все равно, говорит, не видно. Да. Так, дровишек сейчас еще. У меня сейчас подколоть надо еще. Василий подколет дровишки. Да две чурочки хватит. Ну. Вот ту, наверное. Я позавчера наколол 8 штук на все дни. Ваське осталось на сегодня 2. Будем мне сегодня это самое. Березы где там? Там, там два полена есть, березы хватит там. Хватит, да? Да. Береста тоже есть сухая. Так скажи, это. Вообще нас просто-напросто нас обсирает. Норка-то. Прямо здесь бегает, скажи. Да, норка там бегает. Пока мы в лесу находимся, она тут она в избе бегает. Она тут бродила, тут вон бродила. По столу там бродила, у костра бродила. Пока мы в лесу находимся, у бани бродила. Она здесь бродит. Но. Короче, поймаем. Капкашки все там обновили. Василий сходил, рыбки подловил. Капкашки обновили. Там по свежей рыбе не закинули, на усики надели. Короче, пиздец ей. Капец. Ладно, все, пошли ужин делать. Давайте, всего хорошего вам.
Лежим немножко, коротаем вечер. Чуть-чуть у нас времени есть. Мы должны. А потом, друзья, я, наверное, пришла, короче, мне книга. Кто смотрел «Счастливые люди», там в Бахте был такой Геннадий Соловьев. Промысловик-охотник, я так понимаю, написал книгу. В книге там несколько рассказов. Я заказал, эта книга мне буквально перед лесом пришла. Потом, наверное, будем ее читать. Сейчас, может, фотки так ее не вставлю. Как-то вот так, что я и хотел сказать во время ужина. Но мы уже поужинали. Было все вкусно. Мы на месте. Это здесь. Сейчас фильмец смотрим. Ну так, я думаю, там, по-моему, 4 или 5 рассказов в самой книге. «Горький выстрел» называется. Геннадий Соловьев. Они не будут стрелять. С автографом. Ну, цену говорить не буду, не знаю там кому как. Говорят, они лучшие. Ну, все, ладно, может завтра утром включусь. Ну, завтра что мы, да, проснемся, да. Соберемся, да поедем. Может, еще в голову что брякнет. Посмотрим. Опять, как обычно, выход с избы, съемка. Ну вот только рассвело. У нас, друзья, крайний день. То бишь 4-й. Собираемся. Это пока ничего, сейчас там посуду домываем. И что, и, наверное, рванем когти. Там по пути еще решили... 3 капканчика есть. Доставим 3 капкана. 3 капкана еще доставим. По времени как раз позволит нам. Ну и домой. Там не знаю. Ну я сейчас камеры уберу в рюкзак, чтобы они мне не мешали. Может там если что-то на телефон поснимаем. Ну что еще сказать. Что? На улице у нас сейчас минус 5. Ветерка нету, обещали местами небольшой снег. Ночью сантиметра 2-3 выпало. Сейчас будем как раз увидим свежий следок. По пути посмотрим, у нас попадутся 2 капкана вот на куницу. Посмотрим и 2 капкана еще на норку. Опять глянем. Ну, что-то влетело за ночь, бродило так. Как-то вот так. Сейчас, если не помню, что у нас. Ну, еще в названии видео, наверное, может, напишу, какое число-то, что у нас сегодня. 20 ноября. Это была вторая проверка, походу, да. Выставлялся я 1 ноября, начал. Сейчас поеду мне только 1 декабря, через 10 дней, не раньше. Как-то вот так. Раньше никак не смогу. Ну все, если что там сниму, сниму. А так что, до новых встреч. Кто меня смотрит, смотрите.